Всем здравствуйте. Интернет-магазин Antilife.com.ua хочет вам представить обзор сравнений между двумя очень интересными моделями. Перед вами сейчас TSL W8 Plus и TSL W8 обычный. Давайте все-таки разберемся, что же это за модели, в чем их отличие и как бы какую стоит покупать. Та, которая подороже, или та, которая подешевле. Соответственно, подороже у нас идет с Full HD экраном, подешевле с обычным HD экраном. Как вы можете видеть, внешне они полностью идентичны. Сейчас у меня две модели. Одна вот в темненькая такая, а вторая вот беленькая. Чехол, книжка у них идет в комплекте у всех. То есть заводской комплект сейчас полный. Два аккумулятора, пленка, чехол, книжка и все стандартные наушники, USB кабеля и прочее. Зарядки и тому подобное. Не хочу говорить, где какой аппарат, где Full HD, где обычное HD разрешение 1280 на 720. Хочу, чтобы вы независимо посмотрели два этих экрана. Экран и там классный, экран и там очень яркий. Посмотрим сейчас одинаковые картинки, посмотрим сейчас в галерее, сравним, а потом в конце посмотрим все-таки, где же у нас Full HD экран. Для большего эффекта я выключу свет, чтобы вам было видно и вы могли сравнить вот эти два экрана. Углы обзора. Я думаю, видно, что углы обзора примерно... Точнее, какой примерно? Одинаковые. Что там, что там. Я не вижу никакой разницы. Такс. Запоминаем, где у меня белый. Белый у меня в левой руке, черный у меня в правой. Или белый у нас будет еще сверху иногда. Давайте следующую картинку. Белый сверху. Вот такая картинка, еще посмотрим. Белый, опять же, сверху у нас. Так, по картинкам достаточно. Давайте посмотрим все основные датчики, то есть все у нас в этих моделях идентично, абсолютно нет никакой разницы. Все совпадает у нас. Кроме наличия гироскопа. Ну, знающие люди, наверное, уже догадались, где какая модель. Но мы продолжим. Давайте запустим игры. Так, например, вот Most Wanted. У нас игрушка есть такая. И посмотрим. Белый у нас опять же сверху. Ну вот фон белого немножко отличается. Не знаю, видно ли это на камеру. У белого фон
скажем так, чуточку белее. У нижнего фон, ну, такой, по сравнению, опять же, такой немножко темнее, сероват такой. И вот мы одновременно запустили две игрушки. По скорости воспроизведения в данной игре очень удобно, так как у нас есть справа в правом верхнем углу счетчик времени прохождения трассы. Чем быстрее идет время, тем реальнее это значит. То есть мы видим, что сверху у нас уже вот 16, а снизу только 12 секунд. То есть сверху у нас игрушка идет быстрее, снизу игрушка идет медленнее. Идем дальше. Обнуляем оперативную память максимально и запускаем Modern Combat 4. Тоже такая игрушка отличная, неплохая, требовательная. У меня не получится одновременно играть в две игры, но буду показывать поочередное вам, где какая лучше идет. Ну вот даже уже по главной менюшке видно, что вот это на этом телефоне идет оно лучше. Вот эти даже огоньки плавней. Опять же, запущены две игрушки были одновременно. Вот по заставочке даже видите, где какая быстрее. Так, давайте посмотрим, как вот работает у нас игрушка вот здесь. Ой, будет она у меня выключаться, потому что разряжен телефон. Вот начинает она вот уже немножко тупить. Но играть, в принципе, можно с некоторыми глюками, но тем не менее. Так, теперь посмотрим, как работает вот этот вот. Тут игрушка идет как по маслу. Все супер, все классно. Так, на этом смартфоне идет лучше. То есть на этом идет лучше Most Wanted, на этом стрелялка. Парадокс, но это так. Так, последний тест экрана на плотность точек. Вот у нас есть, допустим, выберем мы себе какой-то объект. Пусть это будет слово... Музыка. Смотрим на музыку здесь. Это у нас белый. Вот музыка у нас вот такая. И музыка у нас вот здесь. Ну, я думаю, видно.
теперь просто подведем итог. Я лично не вижу грандиозной разницы по экранам, я не вижу по углам обзора, углы обзора великолепные там и там. Да, когда глазом смотреть или там с лупой, то разница есть. Она мизерная, но она есть. Я не могу сказать, что нет разницы. Я думаю на камеру, что вы не особо увидели разницу по экранам. И теперь подводим итоги. Как вы можете понимать, что слева у нас 12906 и 11828. Слева это у нас обычный W8. Справа у нас W8+, тот, который с Full HD экраном. Давайте это посмотрим. Напоминаю, что версия и та версия у нас с 16 гигабайтами встроенной памяти. И вот мы видим разрешение экрана здесь и разрешение экрана здесь. Все остальные характеристики, все параметры, оперативная память, камеры, все идентично. Вот, в принципе, все, что хотел вам показать. Спасибо большое за внимание. Делайте свой выбор.